Привет, мои дорогие друзья! Спасибо, что комментируете мои видео. Сегодняшнюю тему предлагаю поговорить на тему, что делать, если дальше некуда. Если все летит, может, в вашей жизни как-то вы остановились, чуть подумали, что дальше вот как-то некуда. Или в течение дня, или в каком-то проекте вы думаете, вот как работаете очень усердно, но все что-то он не идет, и все. Секрет в том, что нужно просто сделать паузу. Сделать паузу, помедитировать, анализировать. Анализировать проект, или день, или жизнь. Ну, как вы до сюда дошли. И самое интересное, куда вы стремитесь? Вообще, какие цели, ориентиры в жизни у вас? Я могу вас проконсультировать насчет этих вопросов. Сконтактируйте меня на сайте ivyacademy.net. Желаю вам хорошего дня и обязательно поделитесь этим видео с вашими друзьями, которые нуждаются в моей помощи. Желаю вам удачи, ваш Николай Карпалы.